Программа «День с толком» в студии Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Батуты не зарегистрированы, а в каком состоянии детские площадки? Наши корреспонденты провели собственный рейд. Обещали разобраться, но спустя почти месяц вода в Ганьбе все еще грязная, либо ее вообще нет. Обними хвостатого своего. Наверняка о таком кошачьем празднике вы даже не слышали. Прокуратура, наконец, согласовала проведение внеплановых проверок батутов и аттракционов Гостехнадзору. Правда, в рейды специалисты ведомства вышли сами еще пару дней назад. Неужели и на аварийных детских площадках тоже должен произойти несчастный случай, чтобы ответственные лица, наконец, обратили внимание и на них? Наша съемочная группа по просьбе барнаульцев вышла в рейд по детским игровым комплексам. В каком они состоянии и кто должен отвечать за их содержание, разбиралась Валентина Аскерова. Она и сейчас видно, да, что далеко не в самом лучшем состоянии. Просто были прогнившие доски в середине дыра. Мамы с колясками сюда выезжают, и они вот на краешек присаживались рядом с гнилушечкой, и вот так колясочку качали. Дыру залатали, аварийную песочницу без песка и сломанную качелю так и оставили без внимания. Как, собственно, и всю детскую площадку, в удручающем состоянии она находится годами. У меня ребенок со второго класса ходит сюда. В этом районе для таких детишек, ну, а даже уже не детишки, но еще не подростки, не предусмотрено абсолютно ничего. То есть, что мы здесь видим? Это вот советское наследие, которым заниматься никто не хочет. Все просьбы жильцов игнорируются. Что ты делаешь обратно, чтобы не пораниться? Дети, которые проживают в Ленинском районе Барнаула, по сути, не могут себя ничем занять. Многие детские спортивные площадки в аварийном состоянии, поэтому самое излюбленное место для детей, по словам местных жителей, это гаражи. За детскую спортивную площадку на Антона Петрова несет ответственность администрация Ленинского района. Власти пообещали ею заняться еще год назад. Правда, не отремонтировать, а демонтировать, потому что опасное, но тянут и с этим. Администрация района может именно только следить за порядком. Здесь они могут навести порядок и так далее. О каком-то обновлении данной площадки или без целевого финансирования речи не идет. Детские аттракционы во дворе дома на телефонной 28А. С корнем вырваны из бетона. Получить травму здесь проще простого. Поселок Власиха. Обшарпанная площадка пустует. Администрация города пояснила, что в случае ненадлежащего содержания детских площадок необходимо обращаться в управляющую компанию или активнее жаловаться в администрацию города. Мэрия, в свою очередь, отправится в рейд и накажет обслуживающей компании рублем. Но если детские площадки не на придомовой территории, никто никого не оштрафует. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Министр образования и науки края Максим Костенко предложит главе Барнаула создать специальную рабочую группу. Ее задача – найти недоработки во взаимодействии между Комитетом по образованию города и барнаульскими школами. Делается это для профилактики ЧП в образовательных учреждениях, подобных тому, которое неделю назад произошло в 70-й школе, когда несколько человек издевались над более младшей ученицей. Подробности далее. Уже неделя, как происшествие с участием несовершеннолетних приобрело общегородской масштаб. Ученицы 70-й школы, самая старшая из которых 14 лет, издевались над 11-летней девочкой. Сейчас старшая обидчица помещена в СИЗО. Следователи готовятся опросить всех причастных, в том числе и самого министра Максима Костенко. Глава ведомства отвечает на этот вопрос АЛ, но заверил, что провел свою проверку в 70-й школе. И увидели, конечно, что... Ребят, девушки, которые обидчицы в первую очередь, ну, в общем-то, они не находились в зоне особого внимания ни с точки зрения учебы, потому что все было стабильно и даже более чем, ни с точки зрения поведения. А еще министр готов выйти на мэра Барнаула Вячеслава Франка, чтобы предложить создать рабочую группу. С ее помощью в ведомстве собираются найти белые пятна в коммуникациях городского комитета по образованию со школами города. Так как речь идет о состоянии, здоровье или даже жизни 90 тысяч учеников и 10 тысяч учителей. Продолжая тему безопасности, Костенко сказал, что скоро 307 школ получат оборудование для просмотра видео с камер наблюдения. Это уже последствия истории в Казани. Еще одна важная история – выпускные экзамены. В этом году 2500 11-классников, а это 1/6 часть, будут сдавать государственный выпускной экзамен.
Как пояснил министр, эти дети не собираются идти в ВУЗ, поэтому не выбрали ЕГЭ. А что касается идеи полного отказа от тестов, у главы ведомства такое мнение. По ВПР мы не фиксируем ухудшения. ЕГЭ покажет сейчас 11-классников, но я тоже ГВЭ, но я тоже думаю, что мы там особо, так сказать, какого-то тренда не увидим. Но мы видим, что удаленное обучение, вот у ребят, у кого была проблема с саморегуляцией и невысокий уровень контроля со стороны родителей над учебной деятельностью, немножко расслабились. Что касается летнего отдыха, то он уже стартует. В этом году в крае будут работать 842 пришкольных лагеря и 52 загородных. При этом все семьи смогут получить кэшбэк вне зависимости от даты приобретения путевки. Анастасия Драган, «День с толком». Компания «Барнаул Капстрой» вынуждена распродать имущество, чтобы достроить ЖК «Парковый». Речь идет о складском помещении и котельной. Об этом стало известно в ходе очередного совещания в мэрии Барнаула. По мнению властей, эти меры должны помочь застройщику, в том числе стабилизировать финансовое положение компании. В настоящее время на долгострой ведутся финальные работы только на третий блок секции. Кроме того, застройщик предложил отказаться от подземной парковки. Это позволит ускорить ввод дома в эксплуатацию. А вот согласны ли на это дольщики, не уточняется. Взамен будущим жильцам пообещали обустроить наземный паркинг на соседнем участке. Проект уже в стадии разработки. 3 недели спустя в селе Ганьба продолжаются проблемы с водой. А точнее, ее либо нет, либо из крана льется грязная. Все началось еще в мае, но жители по-прежнему ждут изменений к лучшему. К ним вновь отправился Дмитрий Дроздов. Такая грязная вода льется из кранов жителей Ганьбы с начала мая. Все из-за аварии. В майские праздники здесь вышел из строя один из глубинных насосов. Он предназначен для подъема воды с большой глубины. В то же время случилось повреждение сетевого кабеля, который питает водозапорную скважину. Еще тогда местные начали бить тревогу и звонить во все инстанции. После первого визита нашей съемочной группы все вроде бы изменилось. Вода пошла чистая, с хорошим напором, но это длилось не более 6 дней. На данный момент работают 3 скважины по подаче воды. Одна из скважин за Ганьбинским трактом находится в ужасном состоянии. Вероятно, выработан ресурс. Вода совсем непригодна в пищу. По оценке Роспотребнадзора, при взятии забора воды в школе номер 97 были обнаружены вредоносные бактерии. Сейчас на все село осталось 40 кубометров воды. Больше в скважинах просто нет. Такого количества хватит от силы на месяц и максимум на 50 домов. А в селе больше 600. Поэтому вода идет без напора. Сломанные насосы заменили, но эта проблема не решила. Изменить ситуацию может ремонт водонапорных башен и в целом водозабора. Долгое время в селе никто этим не занимался. По словам представителей мэрии, требуется найти хорошего управленца сетями. Пока вопрос решается, впрочем, как и некоторые проблемы. Отрабатываем адресно, выходим на улицы. Есть ряд обращений от жителей, мы их знаем. Сейчас жителям быть, пока пытаться набирать воду в то время, когда возможно это сделать, для полива, либо для собственных нужд. Если есть необходимость подвоза воды, мы можем и это организовать, у нас водоканал в помощь. На 2023-2024 год в селе была запланирована реконструкция и установка очистных сооружений. Как нам пояснили в администрации, срок из-за нехватки финансирования переносится на 2025 год. Однако работы могут начаться и раньше, но точного ответа пока нет. Так что местным жителям остается только набраться терпения. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Не больше 2 недель. Таков теперь график отключения горячей воды в период проведения испытаний на тепловых сетях. Сибирская генерирующая компания старается для удобства жителей сокращать его как можно значительнее. Руководство компании подвело итоги работы за отопительный сезон. Все для людей, и на этот раз тоже. Ознакомиться с итогами работы может каждый житель региона. В СГК опубликовали отчет о прохождении отопительного периода и в прямом эфире рассказали, из чего он состоит. На самой встрече присутствовали и работники жилищно-коммунальной сферы. В таком формате компания отчитывается уже второй раз. В городе Барнауле 84% его жителей – это наши потребители, поэтому для нас важно, чтобы горожане знали, как развивается система теплоснабжения, в каком направлении, какие есть проблемы,
что мы планируем делать, как расходуются финансовые ресурсы, куда они расходуются. Отопительный сезон в Барнауле длился с сентября до 11 мая, итого 232 дня. За это время специалисты устранили более 450 повреждений на теплосетях. И хотя работа шла не в плановом режиме, в компании довольны результатом. Представители сферы ЖКХ их поддерживают. Квартира стала значительно теплее, жалоб практически нет. Бывают определенные, конечно, моменты на начальном этапе, когда идет запуск отопления, но все вопросы технические, они оперативно решаются, в том числе с привлечением сил управляющих организаций, администрации района и ДСК. Большие планы и на лето. Компания планирует отремонтировать 29 километров тепловых сетей. Стоимость работ более миллиарда рублей. При этом сроки отключения горячей воды уменьшатся до 2 недель, сообщили в СГК. Есть в планах и строительство 3 газовых котельных. Если, конечно, удастся договориться с администрацией. Проблема заключается в том, что, к сожалению, мы, имея сегодня и ресурсы, и желания, и возможности, пока не можем приступить к работам, потому что мы с администрацией города Барнаула до сих пор не решили вопрос с земельными участками. То есть мы пока не имеем земельных участков, где эти котельные стали бы. И хотя пока нет уверенности, что выполнить работы получится нынче, представители компании обещают закончить их в следующем году. А жителям региона напоминают, с отчетом компании можно ознакомиться на сайте. Там же работает интерактивная карта, где можно указывать проблемные места. Специалисты обещают реагировать незамедлительно. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Завтра, 5 июня, весь мир отмечает День охраны окружающей среды, он же День эколога. В Краевом управлении лесами самым выдающимся людям, сделавшим вклад в охрану природы Алтая, вручили награды. С подробностями Андрей Дреер. В День эколога в Минприроды говорили о крае цветущем. Мы развиваем заповедники, боремся с несанкционированными свалками, отлавливаем браконьеров и черных лесорубов, формируем русла рек. Мероприятия направлены не только на защиту населения от водных объектов, но и на восстановление самих водных объектов. Например, в рамках национального проекта «Экология», федерального проекта сохранения уникальных водных объектов, в 2020 году были завершены работы по расчистке озера Калядинское в селе Тюменцево Тюменцевского района. О преуспеяниях доложив, перешли к еще более торжественной части – награждению премии имени Верещагина. Лауреатами в номинации за активную практическую деятельность в области охраны окружающей среды стали 3. Людмила Козлова – методист детского эколого-туристического центра Избийска, активный и опытный педагог. Татьяна Терехина – ботаник из АГУ, стаж 46 лет. Выпустила десятки, если не сотни квалифицированных биологов. И Александр Бондарев – научный сотрудник Центра развития охотничьего хозяйства. При его поддержке в крае был создан Катунский заповедник и расширена площадь 17 заказников. А вот он уже рассказал журналистам о проблемах с экологией в крае. У нас, вы знаете, что примерно 200 тысяч гектар было создано лесополос, но этого крайне мало. Надо продолжать эту работу. К сожалению, Минсельхоз не дает денег ни нам, ни всем другим южным областям и республикам России на эти мероприятия. Это совершенно недальновидная политика. И эта проблема приводит к тому, что у нас вот засухи учащаются, суховеи, дефляция, эрозия почвы и так далее. Этому более подвержены юго-западные районы края, рассказал эколог и о другой важной проблеме. Мы используем слишком много химикатов для обработки полей. Из-за этого уменьшается биоразнообразие. Решать проблемы при этом нужно аккуратно. Человек вроде делает лучше, а природа может ответить непредсказуемо. Андрей Дриер, Александр Антропов. День с толком. Чемпионат мира по хоккею в самом разгаре. Накануне наша сборная встречалась с канадцами в четвертьфинале. Барнаульцы тоже болели за россиян на свежем воздухе. Стало уже традицией транслировать матчи чемпионата мира на большом экране. Болел за наших и Дмитрий Дроздов.
Чемпионат мира по хоккею 2021 прямо сейчас проходит в Латвии, город Рига. Туда отправились многие болельщики, потому что с 1 июня разрешены именно в Латвии посещение болельщиков на стадионы, на спортивные мероприятия. Ну а барнаульцы тоже любят хоккей, у них не получилось сюда поехать по разным причинам, поэтому наши жители именно здесь устроили свой мини-стадион. И каждый вечер на матче сборной России по хоккею собирается больше 1000 людей. Почему сегодня время уже за 12 часов ночи, но, посмотрите, парковка просто забита. Сегодня классика мирового хоккея — Россия-Канада. Через финал, как бы это жестко ни звучало, кто сегодня проиграет, тот отправится домой. Ну а прямо сейчас мы с вами пойдем познакомимся с нашими болельщиками, с нашими зрителями. Узнаем, почему вместо теплого дивана и комфортного кресла они выбирают поболеть на улице, как на стадионе, но все же при комарах. И, конечно, самый главный вопрос: кто победит, Россия или Канада? Поехали! Дома скучно, дома я буду кричать один, да и время уже позднее, не позволит, как бы соседи и все такое. А тут атмосфера, тут можно кричать. Здесь друзья, близкие, с которыми мы уже не один год тут находимся, поддерживаем нашу команду. Как бы без разницы, выигрывают или проигрывают, но мы все равно за нее болеем. Это как бы уже не первый год, не одно десятилетие идет это состязание между Россией и Канадой. Но, конечно, я и все присутствующие здесь, мы все будем, конечно, за Россию. Ну и Канада — это такой же очень сильный соперник, как бы. Пусть победит сильнейший, я скажу так. Кто победит, Россия или Канада? Россия. Россия сегодня выиграет. Какой счет? 4-2. Атмосфера, потому что здесь такая. Эмоции, поддержка чувствуется, когда людей много. Дома неинтересно. Дома 1-2, не поорешь, опять же. Как болеть молча? Россия! Россия! Каждую игру России транслируем обязательно здесь. То есть в вечернее время мы дополнительным звуком позвучиваем. А в ночное время, так как здесь близлежащие районы у нас есть спальные, мы, конечно же, делаем только максимально тихо, только свой звук работаем. Каждый матч, в принципе, у нас порядка 700 машин приезжают. То есть достаточно большое количество зрителей. Конечно же, на матчи с участием России реагируют наиболее активно. Но радость была недолгой. Спустя время сборная Канады счет сравняла, а в овертайме и вовсе забросила вторую шайбу. Как итог, сборная России по хоккею покидает чемпионат мира. Но на радость болельщикам через неделю стартует чемпионат Европы по футболу, где выступит сборная России. И тогда вновь парковка превратится в мини-стадион. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Сегодня во всем мире отмечают День объятий с кошкой. Это один из множества праздников, посвященных этому питомцу. Придумали его совсем недавно, однако с этого года отмечают его и в России. Маргарита Гартунг вдоволь наобнималась хвостатыми и сейчас расскажет, насколько это полезно. С момента одомашнивания первой кошки прошло 10 тысяч лет. Однако по сей день эти маленькие пушистики радуют нас своей красотой и грацией. Как и в Древнем Египте, кошек до сих пор любят и почитают, только делают это по-новому. Снимают забавные видео для соцсетей и посвящают праздники. А сегодня во всем мире отмечают один из них – День объятий с кошкой. Когда мы погрузились, сколько кошачьих праздников существует в мировых календарях, там в каких-то, то есть в каждой стране есть День кошки, то есть это какой-то там отдельно, да, у нас мы знаем это 1 марта в России, потом есть Международный день кошки, и помимо этого еще есть День белого кота, День защиты черных котов. Фелинотерапия – это прикосновение кошки, нахождение кошки рядом, в принципе. По подсчетам социологов, 2/3 человечества – это кошатники. Не мудрено, ведь эти животные обладают не только чарующей красотой, но и способностью вылечить человека. Врач-ветеринар Ульяна Маршалкина рассказывает нам, что этому явлению посвящена целая наука. Называется она фелинология. Оказывается, наши питомцы способны вылечить целый ряд заболеваний. Это достаточно популярное направление в современной медицине.
как вариант реабилитации после тяжелых каких-то заболеваний, при работе с детьми, при работе с пожилыми людьми, при нарушениях опорно-двигательного аппарата и при каких-то нарушениях психологического развития. Кошки, уже проводилось много исследований, и это доказано, что они положительно влияют на психику человека. Поэтому, когда придете домой, не забудьте погладить своего пушистика. Правда, если вы мечтаете потискать пушистика, но страдаете аллергией на шерсть или кошачью слюну, вам придется запастись таблетками. К сожалению, гипоаллергенных пород кошек еще не выявили. Поэтому, если вам предлагают приобрести пушистика такой породы за крупную сумму, то знайте, скорее всего, это мошенники. Маргарита Гартунг, Александр Антропов, «День с толком». А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. До встречи!